Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о болезнях смородины. Самая вредоносная, самая опасная и самая распространенная болезнь – это американская мучнистая роса. Она развивается во влажные, прохладные периоды. Особенно она свирепствует, когда сырое, холодное лето. Растение выглядит так, как будто его присыпали мукой какой-то, беловатой такой, и потом сначала это идет очагами, а потом покрывается все растение. Есть сорта, которые подвержены сильно мучнистой росе, есть сорта, которые подвержены мало мучнистой росе. И вот обязательно при выборе сорта смородины, когда вы будете сажать, обязательно поинтересуйтесь, насколько сильно оно подвержено мучнистой росе. Иногда бывает, растение так сильно болеет, что от него приходится отказаться. Возбудитель – грибок, который зимует в опавших листьях и который зимует в трещинках коры. Но он даже и бывает и в воздухе. И когда наступает благоприятный для его размножению период, он тут как раз происходит вспышка заболевания. Как избавиться? Как я уже говорила, сажать на участке сорта, устойчивые к заболеванию мучнистой росой. Если вдруг вы чувствуете, что отдельные мелкие очишки начали появляться, сразу начинаем лечить растения. Это топаз, это протон и это чистофлор. Если у вас до этого, в предыдущий год, было поражение мучнистой росой смородины, то уже не дожидаясь, когда оно начнет о себе давать знать, нужно вот этими препаратами опрыснуть свою смородину. Не допускать загущенности посадок. То есть нужно обязательно вырезать старые ветки, которые находятся внутри куста, для того, чтобы куст проветривался и для того, чтобы влажность там не накапливалась, особенно в вечерние часы. Обязательно убирать весь листовой опад под смородиной. И тогда ваше растение болеть не будет. Но и еще очень большая роль отводится иммунитету растений. Если растение здоровое, если растение получает достаточно питания, особенно фосфора и калия, вот тогда такое растение, даже если на него и попадет возбудитель мучнистой росы, справится с ним само. А для повышения иммунитета есть еще и препараты, такие как препарат HB, янтарная кислота, эпин и циркон. Надеюсь, наши советы помогут вам содержать свою смородину здоровой и получать хороший урожай.